Сегодня у нас прям беда какая-то с интернетом. Я не могу загружать видео. Беда-беда, огорчение. Вам бы мои проблемы, да? Приятного аппетита, друзья мои. Завтракаем. Время уже. Сколько? 3 часа. Ну, давай поженимся, начался. Моя любимая передача. Самое времечко перекусить. Вчерашняя грудка с грибами и сливочным соусом. Последняя порция. Мужчины уже поели в обед. А себе остатки. Сладкие. Ну, это мат с луком, конечно. Сейчас покушаю, досмотрю свою любимую передачу и пойду на почту. Подарочек отправлю одной девушке. Уже собрала, оформила, у меня коробка стоит. Осталось только отправить. Даже уже трек-номер присвоили. Даже не знаю эту девушку. В ТикТоке она пошутила. Смешно. Я говорю, давайте вам подарок отправлю. Она и еще 100 человек сказали, давайте. Мне на это видео, где я сказала, напишите адрес, отправлю вам подарок, 100 человек написали. И только она... Я всех проверяла. Я говорю, под этим постом прямо сейчас напишите вот это слово проверочное. Только она прошла этот тест. Больше никто. Двое деток у нее. По маленькому подарочку. Так, знаете, просто мелочь. 2 куска хлеба, кто-то голодный. Мелочь. Ну, приятная. Еще кое-что ей там, сюрприз. Она пишет, новогоднее чудо. Ну, я говорю, там ничего такого не ожидайте, друзья мои. Ну, ничего такого недорогого. Если бы я могла, я бы многим отправила. Ну, честно. Просто у меня нет такой возможности. Может, когда-то я стану еще более богатым миллиардером. Буду отправлять. Ну, сейчас нет такой возможности. Причем вот она написала вежливо. Ну, здрасте, вы просили адрес, мол, вот, на самом деле ничего не нужно. Я решила вам ответить. Да. А другие мне писали. Угу. Пришли подарок мне. Я хочу подарок. Деткам моим пришли. Телефон купи. Еще что-то. Те, которые вообще не имеют отношения к этому. Не знаю, напомню вам вообще, откуда ноги растут. В общем, в ТикТоке, помните, было, что говорит, у Виталика есть дети. И типа он платит им алименты. Мы ехали в машине еще. Я говорю, у тебя правда есть дети? Он говорит, да. Я говорю, откуда? Он говорит, оттуда. Я говорю, а бабки откуда? Он говорит, оттуда. Ну все, и поржали. И под этим видео девушка написала. Девочки, расслабьтесь. Его 5 детей у меня. Платит алименты он исправно. Так что все. На что я записала ей видеоответ. Пришлите мне свой адрес. В Инстаграме. А я деткам, раз уж они типа Виталика, отправлю небольшие презенты на Новый год. Вот на это видео мне 100 человек написали. То ли они реально не поняли прикола, то ли они сделали вид, что они не поняли, что адресовано это было не каждому, а конкретному человеку. В общем, после этого видео меня завалили просьбами, чтобы я им что-то прислала. И мне, когда она уже нашлась, эта девушка, в Инстаграме, мне пришлось его закрыть, потому что это был поток, понимаете? Пришли мне, подари мне, пришли мне, подари мне. Ну, так же нельзя. Ну, короче говоря.
На прошлой неделе у меня не было времени, и я ей сразу сообщила, я сказала, что на прошлой неделе у меня, это было еще полторы недели назад, я сказала, у меня времени не будет. Как только я разгребусь со своими делами, сразу это сделаю. Ну, сегодня я ей пишу, говорю, Фио, я у нее не спросила, Фио. Говорю, Фио, так как? Она мне написала. И снова пишет. Новогоднее чудо. Мы ничего не ждали. Скромный человек. Вот она и получит. А я говорю, там ничего такого нет. Она говорит, как? Я думала, там будет 5 миллионов рублей на каждого из детей. Виталика по миллиону. Ну, это ж прикол, типа, у него 5 детей. Такая юморная женщина. Приятная. В общем, приятная. Приятный человек. Вот этот соус классный. Он грибной прям, со сливками. Очень вкусный. Сегодня кого замуж выдают. Дети пришли мамам своим искать пап. Не дети, одна. Один ребенок. Пришла типа свою маму замуж выдавать. Интересно, девки пляшут. Новая концепция, так сказать. А что нет-то? Ну, я ж смотрю, и другие смотрят. Томат с луком. Это нечто нереальное. Единственная мысль у меня бывает после съедания целой чашки такого томата. Хоть бы не взлететь в космос. Ладно, если я еще полечу в космос из дома. А если где-нибудь на пути на почту или в магазин рванет граната. Прошу прощения за мой французский. В общем, я все время очкую. Но не перестаю есть. Что немаловажно. Надо же, как вкусно. Что готовить будем? Девочки, мальчики. Дома есть нечего. Мясо есть, курица есть. Дорадо есть. Хочу ее. Дорадо, ставь на рыбку. У Светы вас прошу, хочет он дорадо или нет. Если он захочет, две. Если не захочет, одну. Виталик не едок. Он не ест такое. По крайней мере, до сегодняшнего дня. У него бывает такое, он говорит, кто, я не ем. До этого всю дорогу не ела, потом говорит, кто, я не ем. Да, ты не ешь. Да. Вот это новости. Он что-то есть? Он ничего тут не осталось-то. Мелочь. Не в холодильник же его ставить, правильно? Пусть лучше меня разорвет. В детстве у нас был сосед. Дядь Леша. А жену его, кстати, звали Оля. И он такой упитанный. И она такая. Я помню всю дорогу, помните, еще аэробика была по телеку. Она все хотела похудеть. И занималась аэробикой. А сын у них Славик. Младше меня. Год на 4, наверное, на 5. Год на 4. Рыжий такой парень. Я рассказывала о нем как-то. Так вот, короче, я что, к чему запомнила, что доедать. Приходит она домой, и она работала почтальоном. Он был каменщиком. Но мы соседние дворы. И мы мелкие, к нам ходил дружить. Я, сестра, он. Все постоянно тусили. И днем, и летом, и зимой всегда. Вот мы еще дома спим, например, каникулы или какие-то там выходные. Мы уже в школу ходили, а он в сад еще ходил.
Да, он прям гораздо младше был. В общем, он приходил к нам, стучал в окно и кричал: девчонки, выходите. Ну, все, с самого утра и до вечера он у нас пасся. Мы приготовим поесть и все что угодно, его накормим. И гуляем все во дворе, всегда под присмотром. В общем, так мы дружили. Ну и тетя Оля всегда там на работе, дядя Леша. В общем, не об этом речь. Было лето. И они купили огромный арбуз. Прямо громадный. И всегда дружили так. Я могла прийти к ним домой тоже, вот, например, зайти, там, Славик, что-то вот там, ну, без спроса, да, зайти. И также Славик к нам мог зайти, и тетя Оля могла, так и дядя Леша. Все друг к другу ходили вот так спокойно, без церемоний. Правда, во двор зашел, все, пошел там, постучал, зашел в дом, в общем, так. Ну, короче, купили они огромный арбуз, а вечером, особенно летом, там мы могли собраться все, поесть арбузы, или там, ну, в огороде, огороды тоже рядом, там, ну, в общем, вот эти все дела. Съели половину арбуза мы всей толпой, всей, вот это получается, я, мама, сестра, тетя Оля, Славик, дядя Леша. 6 человек нас там, ну, может, кто-то еще был, но, в общем, суть в том, что у нас было много. Мы ели вот эту половину арбуза, наелись все аж до тошноты, короче. А на следующий день, это вечером, например, на следующий день я там что-то тусила, например, у них дома, я просто этот момент запомнила, и мама еще была. А еще, знаете, как был телефон у них, первый телефон на улице проводной, еще телефонов не было. Как давно это было? Короче говоря, тетя Оля приходит с работы, или там как-то она не работала, да в дом заходит, дядя Леша сидит, арбуз доедает. Вторую половину. Он такой ему: Леш, ты че, мол, весь арбуз съел? Он такой: ну да, говорит, доел, стоял там. Она говорит: есть? А там вот такой, понимаете, ну, мы его вшестером ели половину вчера, вот эту вот, там не влезло ни в кого. Он говорит: ну да, доел, говорит, а что он будет стоять? А она всегда варила кастрюли борща, там, 5-6-литровую. Она говорит: вот, так там еще 4 литра борща, говорит, доешь его. Вон, говорит, 2 булки хлеба тоже доешь, чего уж там, типа, арбуз ты доел. Мы так поржали, у меня вот это вот, и всю жизнь, если там, типа, что-то доем, я сразу вспоминаю вот эту фразу тети Оли. Ну, говорит, там еще 4 литра борща доешь, это 2 сковородки мяса и 2 булки хлеба давай, туда же. Ну, к сожалению, случилось так, если вам интересно, сейчас быстро продолжу, да, я расскажу, что же в их жизни-то случилось. Они разошлись по итогу. У нас была соседка как раз-таки с другой стороны нашего дома. То есть в деревне есть один дом и второй. Мы посередине, ну, грубо, да, там на улице. А вот тетя Оля с дядей Лешей жили по одну сторону, а по другую жила женщина с матерью. Сама она там с севера откуда-то. Откуда же, с Магадана, по-моему. И сын у нее в Магадане, и внучка там все. Приезжали к ней редко очень. Так вот, она ходила, ее звали Валя. Такая хозяйственная женщина. Всегда у нее все деревья подбелены. Рядом с домом трава вся подстрижена, все окна подкрашены, ну как, ничего облешивая, в огороде ни одной травинки, мусоринки, ничего нет. Все цветы в идеальном состоянии. Она всегда подтянутая такая женщина. Вся, вот, знаете, прическа у нее была, вот она так заворачивала волосы. Ну, смутно помню, но помним. Ну, она была додельная, прям хозяйственная такая, все. Но ее ненавидели все. Вот она приходит, значит, я была ребенком. Она приходит к ним и, например, говорит: тетя Оля на работе. Сидит дядя Леша дома. Ну, она говорит: а что-то Оля... Она почтальоном, напомню, работала, тетя Оля почтальоном. Что-то Оли давно нет. Наверное, Оля кому-нибудь зашла, занесла почту, да, Леша? Ну, и по типу того. Ну, раз, второй раз, третий раз она так пошутила. Ой, Оля совсем допоздна. То есть у нее было вот такое, знаете, медленно-медленно капало на нервы. Вот приходит тетя Оля, например, поздно, пока она там разнесет пешком или на велосипеде эту почту, прикиньте. Приходит он ей: пистона, где тебя носила? Потому что это тетя Валя ей на мозги капала. Потом в следующий раз я нередко... Я заставала вот эти разговоры, ее капание на мозги. Однажды у меня даже мать ее одернула, сейчас расскажу. А потом, например, он был каменщиком, там, кладет кому-то дом. Ой, что-то Леши нет, а я знаю, что там есть вот эта вот хозяйка этого дома. Такая, да, мол, типа,
она бы и не против с другими мужиками, понимаете? И постоянно тому на ту капала, а тому на то, ну, друг на друга она им мозги мотала. Однажды у меня мама услышала, и она говорит, какого, мол, ты хера лезешь не в свое дело? Зачем ты вот это вот гавкаешь людям друг на друга? Ей на него, ему на нее. И вот из-за того, что у меня мама влезла, та перестала, хотя бы они узнали, что та и тому капает, и этому капает, да, поняли? Они поскандалили, мама, именно, знаете, когда в друзьях согласия нет, звезды получит кто-то третий. Она вроде к тем лезла, но в итоге из-за того, что мама вмешалась, они там как-то, в общем, поскандалили, тоже я не помню. Но суть в том, что моя мама с ней и не общалась, виделись и постольку-постольку вот были соседями, там здоровались, после этого даже перестали здороваться, ну, потому что по итогу они все-таки развелись, она ходила им, капала на мозги. Дядя Леша с тетей Олей развелись, а строили они этот огромный дом, они его в итоге там, в общем, достроили, не достроили, продали. Очень жалко мне это было, в общем, развелись они. Тетя Оля куда-то уехала, дядя Леша там женился повторно, уже я эти события не застала, я уже и школу закончила, в общем, это, ну, да, в течение нескольких лет происходило. И когда я училась в институте, по-моему, или даже уже была в Москве, не помню, вот этот Славик, сын их, сходил в армию, пришел из армии парень. Почему-то он в гараже зимой, по-моему, что ли, или как, сел в машину заведенную и стоял, то ли ее прогревал, то ли что. И в итоге он задохнулся от газов, то ли он заснул в ней, то ли что. И, в общем, он умер. После этого тетя Оля, я ее не видела вообще больше ни разу, да, ну, после вот, я просто это знаю, слышала, говорили мне, рассказывали, что вот, представляешь, Славик умер молодым парнем. А тетя Оля после этого, она вообще замуж больше не вышла. Дядя Леша вроде бы как бы женился, но там я не знаю, какие у них дела были. В общем, сейчас, насколько я знаю, она живет где-то недалеко от него, по последним данным, там несколько лет назад, просто слышала, потому что деревня у нас, как приезжаешь в деревню, начинают рассказывать. И они как-то общаются, он ей помогает, но он живет своей жизнью, она живет своей жизнью. Вот почему так вот. Вот, нельзя лезть в чужую жизнь. Вот для меня с детства было понятно, что нехер лезть и капать на мозги людям, сами разберутся. Даже если вы явно видите, ну, вот, да, кто-то там, ну, я не знаю. Я имею в виду не то, что убивают кого-то и туда не лезть, нет. А когда вот эти вот жена с мужем, они сами разберутся. Чужая семья потемки, не надо никуда лезть. Муж и жена одна сатана. Вот это ходить и капать, вот если бы она, и, кстати, эта тетя Валя уже тоже встретилась с праотцами, она вот каждому на улице, она мотала нервы вот так вот, понимаете, не скандалила, а ходила и что-нибудь подгавкивала. По итогу, знаете, как она еще умерла, тоже уже я была здесь в Москве, мне мама сообщила, говорит, это тетя Валя померла. Как? Она с матерью жила, прикиньте, тетя Валя там лет 70 и матери лет 100. И они та не замужем и та не замужем. И они всех, они даже друг друга ненавидели. Она говорит, вот эта вот тетя Валя называла свою мать не по имени. Она ей говорила, ты собака, прикиньте. И это, говорит, что ты гавкаешь. В общем, они друг друга любили и одинаковые были. Уже затянулся рассказ. Короче, она пошла на кладбище, эта тетя Валя, зачем-то. И стала из чьей-то, ну, вот там, могилу типа чистят, да, перед Пасхой. Родительским днем. Она пошла вроде там наводить порядок. И то ли она вывозила с кладбища землю на этой тачке за границы кладбища, то ли она завозила туда, я не помню. В общем, что-то она с этой тачкой делала. В итоге она там через какую-то яму упала с этой тачкой, сломала себе не ногу, а как вот часто ломают в старости вот это вот в тазу, как называется. Часто ломают, вот Гурченко тоже поломала в старости, помните, упала, как это называется. Короче, вот она все слегла и умерла. И уже лет, наверное, сколько... 8, что ли. Может, 7-8 лет назад это случилось. Потом ее мать, ее получила... подождите, еще вернусь маленько назад по скриптум. Она, сын жил в Магадане. Она все время кому-то какие-то козни строила. Это, кстати, про бумеранг. Она постоянно вот это вот, значит, зудела всем. По итогу
Она всем говорила, что ее сын там работает где-то в полиции, сын из Магадана, там всех, в общем, это порешает, если, не дай бог, кто-то откроет против нее свой рот. Потом приходит ей, это, как ее называется, телеграмма, что сын умер. В Магадане, зимой, он ехал на большой машине. Вот эти вот, знаете, огромные машины, которые там, ну, типа на карьерах работают или что-то. Оказалось, что он вот так работал, просто тоже это. И машина упала с обрыва. Вот куда-то он поднимался на этой огромной машине, она упала, и из-за того, что там морозяки были 50 градусов или сколько, я не знаю. В общем, мало того, что она туда упала, и он еще вылезти не смог, он еще и замерз. В общем, он умер. Потом умерла она через несколько лет, а потом уже вот мать ее, буквально, может, 2-3 года. Ты представляете, она одна, она глухая, это мать ее осталась, глухая, там уже подслеповатая, все, она вот это вот все время... 4 там или сколько года в полном одиночестве жила вот в этом доме. Кому дом достался, вообще без понятия, не знаю. Ну, в общем, вот так. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Бумеранг никто не отнимал, не отменял. Она с самого вот этого вот возраста своего молодого, когда она, ну, молодая, да, я ее буду называть, все равно даже там 40-50 лет, это молодые женщины, она могла бы устроить свою жизнь. По итогу она могла бы там найти себе мужика, жить полной жизнью, не знаю, все что угодно в деревне. А она вместо этого разводила других людей, она ненавидела и строила козни. По итогу что? Ну что, ничего. Добрым словом ее кто-то вспомнит, сомневаюсь. Вообще прям сомневаюсь. Потому что ее ненавидела вся улица вообще просто. И не только улица, там и соседняя, что через огород она всем устраивала это, понимаете, кровь сворачивала. Ну это ужас. Вот есть такие соседи в деревне, которых все ненавидят? Вот это она была, вот это была она. Вот так. Интересная история жизни. Извините, что долго. Все, друзья мои, целую, кушайте. Приятного аппетита.